большие танки, понятно. Гранат тут есть. Алмазы бедные. Есть? Вот министерская яма, знаменитая турмалиновая, она вся перемыта дедами. Там нефиг искать. Черный турмалин найдешь, а хорошего навряд ли. Ну там, да. Там лестница гнилая, я лазил туда. У меня рассказ есть. Да. А я без очков. А это, по-моему, уже, это, по-моему, пленка окисла какого-то. Вот, поковырять. Ножом возьми, да поковырять. Вот оно внутри. А может быть, типа, опало что-то. Да, опали. Вот на опал мне надо. Ну, я тоже думаю, что... Но я просто в кварце вот так вот опала не видала. Ну, тут окисел какой-то, видимо. Да. Потому что змеевики, в них может быть опаловидные такие тела. Ну, похоже, да, ведь на опальчик? Да. Без очков не вижу. Ну как называется-то? Это все золотые-то вот эти? Очки какие? Иванович, какие очки-то? Четвертый, тройка. Да я не разбираюсь. Дай посмотрю, скажу. Увидишь что-нибудь на дальнем? Увидел тебя хорошо. Молодой-то ты какой еще. Сколько тебе? 56. А мне 72 уже исполнилось. А ты еще пацан. Да, 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 да. Там Высокогорский на железную руду у Демидова был. А этот чисто на медь. Так, он здесь не прав. По-моему, смотрел, там южная часть была. Ну, вот вы знаете, вот малахит здесь встречался везде. И встречается он есть, вот, но именно чтобы это было продуктивно и. Здание музея. Музей природы и охраны окружающей среды. Отличный, отличный малахит.
малахитовый груд. Да. Очень красиво. Здорово. Арка дорогая, нитерница. Вон что. Ванильная фабрика делала. Куда мы дальше? Таких субмаринов, которые мы убрали, никто даже не знает, что они существуют. Все бы их назвали. What's been stolen from me, little by little, piece by piece, until I'm complete. I got my eyes on you. What I'm supposed to do, I can't help myself. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm take was not yours. If you know who I am.